Уфимская митрополия Русской Церкви всерьез обеспокоена растущим влиянием деструктивных сект в Башкирии. В столице республики данному вопросу даже посвящают семинары. Они не являются информационными, но обучающими и ставят своей целью подготовить православных священников и мирян для антисектантской работы. Подробнее наши коллеги из видеослужбы Уфимской епархии. По благословению владыки Никона, митрополита Уфимской митрополии в Уфе в Николо-вокзальном храме состоялся семинар «Деструктивные секты в республике Башкортостан». Слушателями семинара стали представители 13 благочиний. Они смогли узнать о том, какие секты сегодня действуют на территории республики и, самое главное, как с ними бороться. Как этому противостоять, и посвящено нынешнее обучение отцов, причем обучение это уже проходит в рамках не одной епархии, а целой митрополии, которая включает 3 епархии. И поэтому столь и важно нынешнее событие, и насущное, и необходимое. Потому как здоровье нации – это не только здоровье физическое, это здоровье духовное. По словам представителей Уфимской митрополии, на территории республики Башкортостан на сегодняшний день действует множество сект. В секты попадают люди разных возрастов. Там они меняются, уходят от своих жен, мужей и детей. Отдают сектантам все свои сбережения. Доходит дело и до самоубийств. Так недавно в Уфе покончили с собой 2 несовершеннолетние девочки. Если человек оставил на улице, человек необычно одетый, дает ему литературу и предлагает ему нечто, как правило, это заканчивается предложениями пожертвовать имущество, как-то уйти в уединение, порвать с родными, перестать сдавать кровь, не служить в советской армии, воспитывается чувство вражды к своим близким, к друзьям, к семьям и так далее и тому подобное. Все это признаки секты. И как раз человеку нужно как можно больше читать о таких вещах. Вот еще раз говорю, для этого и проводится обучающий семинар. Вот священники и миряне, которые сегодня учатся, они будут нести этот свет знаний дальше. Соответственно, обучение пройдет и дальше. Семинары, посвященные влиянию деструктивных сект на людей и методам борьбы с сектантами, будут проходить на территории Уфимской митрополии регулярно. Пройдут они во всех 3 епархиях. Их слушателями смогут стать все желающие. Анна Аксенова, Эмиль Ахмадеев, видеослужба Уфимской епархии.